Фра Беато Анджелико, при рождении Гвидо де Пьетро, в постриге Джованни Гефезоли. Итальянский художник, доминиканский монах. После беатификации в 1984 году Фра Беато Анджелико был причислен к лику блаженных и нынче считается небесным покровителем всех художников. В календаре 18 февраля день кончины блаженного отмечен как день памяти Фра Анджелико. Фра Беато Анджелико не любил писать греховные библейские сюжеты, обращаясь в своем творчестве к светлым, возвышающим темам, исполненным божественной любви. Вероятно, за это его и прозвали Фра Беато Анджелико, что в переводе с итальянского означает «брат блаженный» по-английски. Монастырь Сан-Доминико находится в середине пути между Флоренцией и Фьезоли. Он был основан в конце 1406 года, а его строительство было в основном завершено в 1418 году. Фра Анджелико был монахом этого монастыря. Он поступил туда в 1429 году и пребывал в нем вплоть до 1438 года, когда начались события, связанные с его переходом в монастырь Сан-Марко. Впрочем, по-видимому, он продолжал работать в мастерской монастыря Сан-Доминико вплоть до 1440 года. Для этого монастыря Анджелико написал несколько фресок и три алтаря, находившихся в церкви. Самой ранней из росписей Фра Анджелико является фреска «Распятый Христос» в доме соборов монастыря Сан-Доминико, в комнате, где монахи, иногда вместе с мирянами, собирались для встреч. Для достижения большего реализма художник написал опустившуюся голову Христа и его тело в таком ракурсе, чтобы оно реалистично смотрелось с точки зрения стоящего на коленях молящегося. Стройное, идеализированное тело Христа написано анатомически подробно и блестяще смоделировано. Надпись на надвершии креста на иврите, греческом и латинском, гласит «Иисус из Назарета, царь иудейский». Эта фреска была обнаружена под побелкой в 1882 году. Она напоминает небольшую работу Мазаччо для капеллы святого Юлиана в Пизанской церкви дель Кармине, выполненную в 1426 году.